Очередное видео, друзья. Вот это отводок, который набрал силу. Было много рамок с расплодом. Я посмотрел, возникла проблема. Пожалуйста, посмотрите здесь. При сильной жаре даже комок пчел свисает. Вот. Итак, видите какой. А вот теперь посмотрите сюда. Что это тут такое? Это матка мертвая. Ее убили. По каким причинам убили? Сейчас будем размышлять и рассказывать на эту тему. Что случилось? Итак, посмотрим эту семью. В чем же проблема? Снимаем. Смотрим. Было тут достаточно расплода. Итак, вот посмотрите, какое тут. Это самое, засними, покажи. Сверху пчелы, снизу все 10 рамок занимают пчелы достаточно. Спереди пчела. Сейчас середина дня. Пчела пошла, ну, как говорится, много летной пчелы. Вот. Итак, посмотрим, что, в чем проблема. Почему матка оказалась мертвая? Хотя 7 рамок тут было полностью, так сказать, и была возможность им строить. Я им поставил рамочку такую простую, обломанную, как говорится. Думаю, ну, потому что у меня много семей, я еще, так сказать, не занимался. Ну, семья была просто, чтобы загруженная была. Нельзя оставлять 6-7 рамок, если взяток идет, то они могут лапши натянуть. Поэтому временно втыкаю все, что под руками есть, как говорится. А потом смотрю, если тянут, можно поставить вощину. Итак, смотрим, вынимаем крайнюю рамочку. Пожалуйста, посмотрите сверху. Расплод запечатанный уже. Снизу напрыск. Вот видите, запечатанный расплод. Вот, снизу напрыск. Смотрю, засева ноль. Ни яичек, ничего нету. С этой стороны тоже напрыск залитый, ничего нету. Вот. Смотрим дальше. Пчела спокойная, как видите, очень спокойная. Это я им тоже давал под отстройку. Вот они немножко начали тянуть сотик. Мне нужно, чтобы они оттянули какую-нибудь чепуху, как говорится. Если тянут, то тянут, то я сразу ставлю вощину. Ну, они что-то начали и бросили, не тянут. Значит, взяток прекратился, очень маленький взяток. Вот. Зима, вторая половина лета, пчелы всегда плохо тянут. Смотрим эту сторону. Это тоже с напрыском, засева ноль, яичек ноль. Вот. Пожалуйста, видите, сверху начали печатать. Вот, понемножку. Остальное напрыск снизу. Смотрим с этой стороны. Та же самая песня. Немножко уже запечатывает снизу напрыск. Но напрыск прекратился. Яичек нету. Червячков нету. Матки не вижу. Смотрим дальше. Пчелы тут было очень достаточно. В смысле, проблемы какие могут быть. Это то же самое. Пыльцевая сверху. Медок понемножку запечатывают. Здесь напрыском залили все. Здесь медок, здесь медок. Они его выпаривают, подготавливают к зиме. Здесь тоже сверху запечатанный, снизу напрыск. Яичек нигде нету. Пустые ячейки. Как ни смотрел, все пустые ячейки. Попробую еще раз посмотреть, если я не ошибся. Да, пусто, пустые ячейки, ничего нет. Я внимательно просматривал перед этим, чтобы показать вам на видео, что это означает. Итак, 3 рамки с медом. Не дают сеять, вернее, нету яичек, не вижу матки. Что делает пчеловод в таких случаях? Пчеловод, конечно, бежит сразу на это самое, пчеловодный магазин для друзей и кричит. Или же ищет матку. Говорит, давайте мне матку, срочно матку, пропала матка. Правильный вариант или неправильно, если пчелы убрали матку? Как вы думаете? Я считаю, неправильный вариант сразу подсаживать матку. Почему пчелы убрали матку? Пчелы убрали матку при том условии, что она им сейчас не нужна. Почему она им сейчас не нужна? Пчелы достаточно. Сейчас надо им запастись медом. Эта пчела, так сказать,
если будет выращиваться матка, вернее, выращиваться расплод, посмотрите, пожалуйста, напресс, сверху медок, и с этой стороны рамка так полутяжелая, вот и здесь тоже запечатывать начали, и засева нет, нуль, матки не вижу, не вижу матки, ее нету здесь. Итак, что мы делаем дальше? Подвигаем, смотрим дальше. Опять смотрим. Подготовлено под засев. Снизу понемножку есть. Но матки нету. Нету матки. И с этой стороны подготовлено под засев тоже. Ни яичек, ни матки. Как видите, расплода совершенно нет. В таком случае похоже, что матка вывелась или полетела на облет и не прилетела. Семья ожидает. Пчеловод, если вовремя не заглянет, в таком случае, то эта семья обречена, чтобы отрутовить. Почему отрутовить сейчас часто попадается? Но эта еще семья не отрутовила, яичек никаких нету. Значит, эта семья просто носит мед. Что требуется нам? Почему пчелы уничтожили матку? Первый вопрос. Подготовка к зиме на первом месте. Вот, пожалуйста, крайняя рамочка с медом. Вот еще остались остатки трутней, которые матка первая сеяла. Они 24 дня выводятся. То есть небольшой промежуток времени прошел. Пчела успела выйти, трутни еще не вышли. В этот промежуток времени семья еще не отрутовила, потому что она ожидает возвращения матки. В течение 10 дней матка должна была вернуться. Но осматривая улей, я не нашел матки. Если вы не нашли матки, осматривая улей, то вам не надо ждать, пока это, как говорится, будет ли матка, вернется ли, не вернется. Ваша задача сейчас, у меня есть маточники, кто-то говорит матку подставить плодную, кто-то говорит неплодную. Но лучший вариант, можно подставлять плодную матку, можно неплодную, можно маточник. Но лучший вариант, я считаю, подставить засев. Рамочку с расплодом открытым, запечатанным, с яичками. То есть засевную рамочку. Почему? Почему я считаю лучше поставить эту рамочку? Пойдемте посмотрим, продолжим дальше беседу. Какую рамочку мы возьмем? Здесь у меня хорошая семья, очень хорошая. Поэтому засев очень хороший. Я сейчас покажу, чтобы вы убедились. Я уже подготовил, на второй этаж поставил засев. Вот, пожалуйста, посмотрите, видите? Более-менее засев сплошной. Вокруг червячки и яички. Матку я оставил на первом этаже, дал ей еще рамочку под засевом. Вот. А здесь тоже засевчик. Вот эта вся эрия засеяна, эта часть пчел выходит. Просматривая улик, я обратил внимание на вот этот сплошной засев. Очень мало дырочек. Матка сеет компактно, хорошо. Семья развивается хорошо. Итак, что мы делаем? Мы можем... Сейчас жарко. Некоторые задают вопрос. А пчелы не бьются, если их вместе посадить? Я вам скажу, не бьются, потому что жара и запах просто быстро испаряется. И пчелы внутриульевые, особенно среди дня, не бьются. Я вот подставляю эту рамочку сразу же засевчиком, потому что здесь ни одного засевчика не было. Если матка есть, они докормят расплод. Если есть даже молодая матка, которая не облетанная, они ее не убьют, докормят, все будет хорошо. Если матки нету, они заложат маточники. Таким образом, я тоже ничего не теряю. Поясняю, почему ничего не теряю. Так как взяток минимальный, то что у нас получается, друзья? Взяток минимальный. Вот. Пчелы подносят за этот период еще меда. Семья имеет достаточно молодой пчелы, чтобы выкормить попозже. А этот мед они подготовят к зиме. Этот процесс меня устраивает для этого отводка. Потому что взятка нету. Если бы был какой-то... сильный взяток, я бы поставил корпус и отправил эту семью на
сильный взяток поставил туда вот эту рамочку. Ну, и семья бы в конечном итоге наносила меда. И ну, так как в моей местности сейчас взяток минимальный, в дальнейшем вряд ли ожидается, то мне вполне достаточно растянуть взяточный период. Хоть минимально, пусть доносят, чтобы как можно меньше задавать кормов на зиму. Но матку поставлю я из засева от хорошей семьи, чтобы они вывели. Пока выведется матка, пройдет, вы знаете, сколько времени. Если она заложит маточник сегодня, на 4-дневных яичках, как говорится, уже личинка будет однодневна, то пройдет 12 дней. 12 дней пройдет для того, чтобы матка вышла с закрытого маточника. Плюс еще пройдет минимум 10-15 дней, пока матка оплодотворится. Итого, где-то приблизительно 25 дней матка через 25 дней начнет класть яйца. За 25 дней, вы все знаете, можно нанести немножко меда, и семья подготовится к зиме. К зиме матка насеет, потому что она молодая, достаточно расплода, и этот отводок пойдет в хорошем настроении к зиме. Поэтому все, что делают пчелы, надо воспринимать правильно. Если убили матку, то не торопиться поставить матку, а даже ежели можно, смотря по ситуации. Если семья маленькая, туда надо поставить матку. Если семья средняя, то можно поставить маточник или неплодную матку. Если семья более достаточно, пчелы там очень много, то туда лучше поставить засев. Итак, вы будете с медом на зиму и будете с хорошей маткой. Удачи, до встречи, задавайте вопросы.